Следующая зона в нашем массаже будет нижняя треть лица. Сейчас мы с вами проработаем зону щек и скул с обеих сторон. Для этого нам, как всегда, понадобятся наши пальцы. Следите внимание за постановкой рук и тем, как они складываются. Указательный палец мы складываем и помещаем на подбородок. Нижний палец, а именно большой палец, плотно зажимает постановку ваших пальцев и располагается на зоне кости челюсти, именно нижней челюсти. Дальше, также движением от локтя, мы проводим от центра к уху, к мочке уха, снова от центра и снова до мочки уха. Также делаем 5-10 повторений. Затем вновь складываем наши пальцы и косточками пальцев, сложными руками, делаем лифтинговое движение наверх, активизируя еще больше лимфодренаж и делаем лифтинг нашей кожи и мышц на лице. Пять-десять повторений будет достаточно.